Точилка для карандаша и бельевая прищепка. Сегодня я покажу вам три вещи, которые можно из них сделать. Возьмите точилку и открутите болтик, прижимающий лезвие. Именно оно нам и понадобится в следующей поделке. После чего прикрутите его к бельевой прищепке, так как показано на видео. Прикрутить лезвие можно тем же болтиком, который крепилось к точилке. Используйте деревянную прищепку, так как к ней легче прикрутить лезвие. Если у вас хватит сноровки, можете попробовать с пластиковой прищепкой. И вот у нас получился инструмент для снятия изоляции с провода. Просто наденьте в нужном месте на провод и прокрутите прищепку. Изоляция с провода снимется с легкостью. Возьмите прищепку и рассоедините ее на две части. На одной из половинок прищепки в торце сделайте небольшой надрез канцелярским ножом. В этот надрез вставляем лезвие от точилки, и у нас готовый шкребок, который прекрасно удаляет скотч, клей и другие загрязнения. Возьмите две половинки разобранной прищепки и с помощью суперклея или горячего пистолета склейте их так, как показано на видео, чтобы получился нож с очень острым лезвием от точилки. Им можно спокойно резать бумагу, картон и линолеум. К тому же он маленький и удобно лежит в руке. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео и по желанию оставляйте комментарии.